салют, с вами Олег. Наконец-то я дождался очередную посылочку свою. Значит, я у одного продавца заказал бустер для своего 7000. Бустер шел в комплекте с... Продавался, точнее, в комплекте с доп-аккумулятором. Это производитель Мейки. Ну, соответственно, мы сейчас посылочку распакуем, посмотрим. Аккумулятор на 1900 мА. Переходник. Вот этот аккумулятор, который вставляется в сам адаптер. Мейки. МКД-7000. Резиновые вставки, в принципе, ну, все, нигде ничего не торчит. Ну, запаха никакого нету. Ага, и здесь у нас, получается, вот этот переходник на 6 батареек, на 6 аккумуляторов, батареек типа 2А. Вместе довольно-таки увесисто, но тем не менее очень удобно держать в руке. В самом меню есть порядок батареи, мы выбираем использовать сначала бустер, либо использовать аккумулятор камеры. Ну, все довольно-таки просто. Потом, когда мы используем аккумуляторы 2А, значит, мы здесь ставим тип батареи, какие это аккумуляторы: литиевый, никель, металл, гидрид, либо щелочные аккумуляторы. Здесь также в менюшке все выбираем. Соответственно, кнопка включения, фокусировки, здесь регулировки настроечками у нас. Фокусировочка у нас работает. Значит, эти крутилки, я смотрю, также реагируют у нас, переключают режимы выдержки диафрагмы. В принципе, все работает. Вот такая вот полезная штука. Очень полезная штука, стоит, в принципе, порядка там, по-моему, 40 баксов на Алиэкспрессе. Значит, ссылочку на продавца я также укажу под этим видео. Ну все, в принципе, ребят, кому понравилось, покупаем, заказываем такую полезную вещь от Мейки. Ну и, соответственно, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх и подписываемся на мой канал. Спасибо за просмотр, всем пока!